Мои карты знают все. И вам сообщение от партнера, которого вы сейчас уже, наверное, загадали, да? Итак, жалеет ли? Этот расклад хоть и общий, но он для тех, кто либо расстался, либо на паузе, либо отдаляется. Да, вот так прям стремительно. Задаем прям конкретно в лоб вопрос. Жалеешь ли ты о том, что произошло, либо вот-вот уже состоится разговор и разрыв. Жалеешь ли ты? Визуализируйте партнера. Спрашиваем. Ну, не знаю, как вам, а тут мне партнер вашего очень жалко. И у него сердце разбито. У него сердце разбито, независимо от того, какая ситуация. А вышел рыцарь кубковый на разговор. Человек эмоциональный, человек, который хотел любви. Именно шел к вам в отношения за любовью. Ну, почему-то либо вы от него стали закрываться, либо он от вас начал закрываться. Что за причина? А причина такая. Причина называется зависимость, да? Когда любовь превращается в зависимость, когда мало-мало-мало-мало, хочется еще общаться, а нет либо возможности, либо это общение опустошает. По дьяволу всегда общение людей опустошает, к сожалению, потому что, понимаете, должен быть обмен энергиями для баланса. А когда идет зависимость, то один любит, другой не любит, то другой любит, а первый не любит, да. И вот получаются такие эмоциональные качели, когда люди не могут обнаружить золотой середины и страдают, вечно страдают. Да, этот человек жалеет. Я бы даже сказала, знаете, если за ним такой момент наблюдали, что он может уйти в депрессию, может уйти в одиночество, да, чтобы как бы отгородиться от этого мира, и даже вот тут у кого-то может присматриваться выпивка в одиночестве, да, вышел партнер молодой, помоложе вас, который считал, что он с этими отношениями может вытворять все, что захочет. Получилось? Ну, слишком переоценил свои возможности по карте дурак. Но я вам хочу сказать, что этот партнер, вот этот молодой партнер, который вот сейчас показался, он не остановится на достигнутом, независимо от того, что у вас пауза. А я это так, глядя на эти карты, могу назвать. Он пойдет в новое. Он выждет по карте страшный суд каких-то событий, может быть, знаков от Вселенной, а может быть, какого-то личного инсайта для того, чтобы понять, как, а с какого боку, а на какой косяк вам подъехать. Да, он ждет справедливости. Вы знаете, тут просматривается некий элемент мести. Пострадай без меня, а потом я появлюсь. Пусть будет справедливо, потому что вначале-то у него сердечко-то разбито. Да, приедет ваш рыцарь, приедет, так что это у вас пауза.